Сегодня мы с вами поговорим о новом, но в то же время старом продукте для нашего канала. Эндис Суперлайнер Плюс РТ-1. Мы с вами уже рассматривали здесь Эндис Суперлайнер РТ-1 без всякого плюса. И вот очень похожий агрегат, отличающийся в названии всего лишь одним плюсиком. Итак, что же за плюс? Плюс здесь это бреющая головка. Здесь та же самая абсолютно у нас машинка, тот же самый триммер, тот же самый нож на триммере, нож быстросъемный. И поскольку нож быстросъемный, то у нас появляется замечательная возможность надеть на его место что-то более интересное. Допустим, бреющую головку. Итак, бреющая головка поставляется в комплекте. То есть это какой-то аналог шейвера от Эндис. Опять же, независимая подвеска головок, чего так не хватает шейверу от Wall. Да? Но надо понимать, что это инструмент начального уровня, да, не сравнится с полноценным шейвером. Здесь и размеры сетки меньше, да, и длина сеток меньше, и все-таки эргономика немножко не та. Ну и просто-напросто вот это вот соединение, если мы будем регулярно дергать нож, сдергивать на его место, ставить бреющую головку, наверное, это будет не очень полезно для машинки, хотя она и рассчитана на профессиональное применение. Но тем не менее. Итак, хорошо уже известная нам машинка. Это роторный сетевой триммер Эндис РТ-1 Суперлайнер плюс бреющая головка. А в остальном все то же самое. Единственное, поменяли цвет корпуса. Был серенький корпус, стал черный с такими вот серыми языками пламени. 4 насадки в комплекте. 1,5-3,6-9 мм. Ну и само собой масло, кисточка. На этом, пожалуй, все. Если вам интересны какие-то другие подробности про эту машинку, смотрите предыдущий обзор Эндис Суперлайнер. А в остальном же, еще раз повторимся, добавили головку. На этом все изменения. Кому посоветовать этот триммер? Ну, во-первых, Эндис Суперлайнер можно посоветовать любому барберу, любому мастеру, который часто сталкивается с мужскими стрижками. Отличный инструмент, достаточно мощный, порядка 12 ватт мотор, широкое лезвие, которое можно вывести в ноль. Ну и за небольшую доплату мы получаем шейвер начального уровня. То есть, если вы однозначно решили купить себе широкий триммер, но пока еще не готовы покупать себе отдельный шейвер, то он, наверное, неплохой вариант. На этом, пожалуй, все. Будут вопросы, спрашивайте в комментариях под видео на нашем канале Енот Постригун. Заходите на наш основной сайт Енот Постригун. Его можно найти хоть в Гугле, хоть в Яндексе, хоть где еще на первых строках. Смотрите на сайте характеристики данной машинки. Смотрите цену на текущий момент. Заходите в нашу группу ВКонтакте Енот Постригун. Ну и задавайте нам вопросы там. Вступайте в нашу группу. Иногда для участников группы бывают приятные бонусы. На этом, пожалуй, все. Пока-пока.